Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, добро пожаловать на новый эпизод Fight 3. И сегодня я приперся туда ради того, чтобы взглянуть на то, что разрабы взяли из арены и перенесли сюда в третью часть. Да-да, я имею в виду то, что сюда, короче, добавили ивент, в котором, естественно, приветствуется сет мясника. Прикольно, прикольно. Идем по пути рейси. Ну и винтос, в котором, естественно, уже присутствует там мясничок. Да, вот только ивентик, честно говоря, какой-то, ну, спонтанненький получился. Как бы там сюжеточкой все хорошо. Да вот только, что-то, мне кажется, тут немножечко не доделали. Но все же, ладно, по ходу дела там уже будет виднее, да и яснее. Но давай-ка, прежде чем пойдем сюда, взглянем на тот самый сет, который решили сюда добавить, и которых присутствуют тисаки. Тисачки. И при том, что это у нас за фракцию, которая принадлежит почему-то династии. О, да! Вопрос у меня такой интересный. Почему же у нас в арене мясник играет со стилем легиона, а тут у нас совсем все наоборот? Вот что я только понять не могу. Ну да, вот те самые тисаки, но почему-то здесь он не у нас. Ризаки, вопрос интересный. Ну, вместе с этим почему-то у нас тут совсем переделанная броня. Заметьте сами, мясник там как бы, ну, такой более открытый, более мускулистый, естественно. А тут прям все видно, что закрыли, все тут прикрыли. Ну, шлем, естественно, как бы тиски гнева, но там у мясника такого шлема нету. И тот самый мясницкий крюк. Заметьте, как раз бонус, который как раз-таки позволяет создать клетку, которая наносит урон при попадании. И пока клетка стоит, вы наносите повышенный урон и получаете сниженный урон. То есть, короче говоря, привет, мясник из арены. Только вот единственное, тут клетка, я уже успел заметить геймплея, она какая-то сломанная. То есть, сквозь нее почему-то можно пройти. Тем временем, в арене такой прикол не провернешь. Ну, да ладно. Постараемся. Может быть, как-нибудь отойду сегодня до мясника. Но надеюсь, что я там выживу в этом ивенте. Потому что я все же с этим незнакомцем. И надо выживать. А ведь мясник, как я уже там уже успел заметить в других видосах, он там что-то прям совсем жестко прям бит по полной программе. Не знаю почему, но разрабы здесь в третьей части почему-то решили поприкольнуться по полной. О, сразу встречают тут нас говорящие с бездны. Ты как раз вовремя. Нам шибаты удалось найти секретную функцию пустой комнаты. Нас ждет масса новых возможностей. Да неужели? Спустя сколько лет, сколько зим? Это может быть опасно. Оказывается, пустая комната буквально подключается к бездне, к ее секретной структуре. Она называется Зеркальный лабиринт. Ты слышал о нем? В нем каким-то образом хранятся копии всех живущих людей и все их данные. А доктор все напутал. В Зеркальном лабиринте хранятся, наоборот, их прототипы, матрицы. То, что в нашем мире называется душой. Не так важно, как их называть. Важно то, что пустая комната может создать их проекции, и они могут рассказать нам много интересного. Но мы должны быть осторожны, никогда не зная, что явится перед нами. Вот почему нам нужна твоя помощь. Вот так вот. Секретные функции комнаты. И привет, бездна. Классно. Но, раз уж у нас ивент с комнатой, то, значит, здесь будет очень интересно. Ага. Это что еще такое? Защитный алгоритм. Мы должны нейтрализовать их, но у нас не так много времени и всего несколько попыток. Приготовьтесь. Ага, и полетели. Я прям с этого буду работать. Не буду заморачиваться по полной. Так. Добить бы. Так, забираю. Отлично. Понятно, все с оружием, понятно. Красный цвет, но почему-то разрабы третьей части не умудрились это исправить. Давай-ка. Ага, давай. Конечно, но я здесь буду быстрее. Хорошо. Меня старал алгоритм. И остается только последний. А после этого уже можно смело идти дальше в неизвестный путь. Так. Ну да, сейчас меня, как и всегда, шибанет.
Куда? Вот так вот. Забираю. Отлично. Все. Доброе дело сделали. И теперь можно идти дальше. Награда, конечно же, как всегда, у нас по классике. Ничего сверхъестественного. Так что да. Готово. Защита нейтрализована. Но у нас есть проблема. Похоже, каждый матрица в лабиринте связан с другими. И все их имена зашифрованы. Мы должны быть готовы к неожиданностям. Я смотрю, вестники решили опять засунуть нос куда не следует. Игры с бездной очень опасны. Разве в ваших учебниках этого не написано? А ты-то кто той? Как ты пробрался в пустую комнату? Я тот, кто слишком хорошо знает бездну. И я мог бы уложить на лопатки любого из вас. Но с вами мой хороший друг. Что ж. Должен предупредить вас. В сетях лабиринта бродит демон, и он очень опасен. Если вы допустите хоть малейшую ошибку, то мы все равно своего добьемся, красавчик. Лучше тебе не мешать нам. Ну и пошли тогда. Смотреть. Дальше. Проклятие, там лобятся имперские инспекторы. Почему из всех, где они выбрали этот? Вестники отчитываются перед императором? Очень редко. Они ведь не могли же уже как-то прознать о наших планах? Не могли же? А второй чем? Но только этого не хватало, спектры хотят помешать нам. Пожалуйста, разберитесь с ними, ошибайся, еще нужно время, чтобы обеспечить безопасность подключения. Ну давай тогда пойдем сначала сюда, разберемся. А потом уже пойдем дальше. В другой файт. О, здрасте, инспектор Пепперсы. Ну мы вас не вызывали, так что идите куда надо. Отлично. Ну, а тут всего-то пара секунд. Я надеюсь, мне там не придется дальше опять кнопочки прижимать. Хотя нет, придется, потому что это уже у нас не выживание. Обидно, обидно. А ведь могло быть и лучше. Так, ну в любом случае я тут забираю спокойно. Без проблем. Ну-ка. Другое дело. Разобрались с первым. Ну и со следующим сейчас разберемся тоже. Перфекту тоже приветствуется. Что ж, ладно. Зада убили их. А пусть пока полежат в отключке, а потом мы вернем их в прошлое. Они даже не заметили, что были здесь. Ты сама не своя, Иштар. Обычно ты действуешь чуть более осторожно. Неизвестно, сколько еще нам удастся поддерживать стабильную связь с лабиринтом. Такой шанс выпадет раз в жизни. И против остальных тоже придется переть. Ну давай. Конечно, я не знаю еще до чего допрусь. Но я думаю, допру до конца. Че, надо, как говорится, живить и рисковать. Так, куда? Это не убей. Вот так вот. Отлично. Проще простого мне как бы так поступить, потому что... Чё заморачиваться с другими сетами? Пойти все эти незнакомцы и просто всех вах-вах. Ну ладно, это уже каждому свое. Ну и все, и до связи. Рад был с вами пообщаться, но боюсь, вам тут это... Ну, не место, инспектора. Потому что тут, видите ли, у нас работа очень важная. Так, ну еще там трое остаются, поэтому надо сейчас с ними тоже по-быстрому разобраться. Со спектрами, скорее всего, там, наверное, придется через выживание, хотя черт тебя его знает. Тоже, может быть, скорее всего, так же будет, как и здесь. Через этапы боев. Так. Ай-яй-яй, больно. Ну все. Бить ты меня тут, пожалуйста, больно не надо. Мне надо еще идти дальше. А там бустер бачок есть. Который, к сожалению, мне особенно что-то много прям серьезного не даст. Ну ладно. Буду бегать чем можно. Вот так вот. Ну и все. Два крита и до связи. Рад был, как говорится, с вами познакомиться с Томом. Но опять же, не сегодня. У нас работа важная.
Тотка энергии, которая мне особо сильно не пригодится. Сами вы видели почему. Ага. Ну ладно. Я понял. Делов-то. Так. Хотел по красоте сделать, но не вышло. Ну да ладно, в любом случае забираю. Оп, и текстурка там с катаной, видите сами. Засунули чехол, а катана, хоп, сквозь сестричку проскакивает. Ну ничего ж не поделаешь. Давай. Добиваю. Все, отлично. И это только там последний спектр. И после этого можно уже идти к спектрам. Интересное совпадение, не так ли? Инспектор со спектром. Нечисто. Ну ладно. Так, ластовый. Давай, пошли. И что? Ну давай. Опять же, тут особо сильно я заморачиваться не буду. Я сделаю просто хороший бомб. Вот так вот. И все. Круто. Да не говорите. Главное, чтобы все работало спонтанно. Да и как надо. Так, давай-ка. А, ну да, мне встать не дают. Ну ладно. Добить. И до связи. Вот хорошо. Рад был снова с вами поработать. Но шаечку, пожалуй, туда, давайте. За купол, пожалуй. Потому что, ну, нам это не нужно. Это уже лишнее. Бустер бачок. А с бачка падает ничего. Ну, я, в принципе, прав. Все ты на регисе будешь. Так. Разобрались, пошли со спектрами. Ну и да. То же самое. Придется через каждого проходить, через каждого тут убиваться. А, нет, выживание. Ну ладно, значит мне будет еще проще. Так, господа, я вас понимаю, что вы тут решили припереться за мной, но давайте не сегодня. Кстати, почему-то этот спектр у нас без шлема почему-то находится. Так, забираю перо. Мешиваться не будем, пожалуй. О, здесь уже другое дело. Один без шлема, второй со шлемом. Ну все. Знаешь, этого можно спокойно синевой. Опа-да. И все. Хорошо. Профекту придачку. Вкусно? Не более. Так. Ой, на пролом пойдем. Вот так вот просто его. Доуби-доуби. Все, забираем. И остановился только у нас еще двое. Ну, один полюбаться должен с этим полным быть. О, да. Близко, но опять же, чуть-чуть не то. Можно даже ногами чуть попинать. Чтобы прям красиво было. Так. Бам-бам, давай. Отлично. Бам-бам, молодец. Красиво завершила катку. Перфекту есть. О, и красные. Как раз таки... У меня спектр тоже красный. Так, ага, этот кританул. Кританет? Давай. Ну все. Два приема кританули, два нет. Ну... Классика от этого сета незнакомца. Хотя тут криты все же не обязательно. Главное, чтобы можно было больно ударить.
В любом случае, я забираю. Так. Бустер Бачинский. Опять с бустер Бачинского что-то серьезно не падает. Ну да ладно. Почему спектры вообще обратили на нас внимание? Ты не знала? Они могут отслеживать любые пространственно-временные искажения на территории купола. Видимо, мы шумим довольно сильно. Я не собираюсь сдаваться сейчас, когда мы так близко. Пожалуйста, держи их в сторонке, если они еще появятся. А мне самим тоже нужно будет файтиться. Ты что? Ты что, Иштар? Так, пошли. Ну и дальше меня, надеюсь, пустят? Судя по всему, да. Что с пустой комнатой? Она выглядит необычно. И кто эти женщины? Это девы лабиринта. Они будут появляться постоянно, ведь вы нарушили его герметичность. Они не слишком опасны для бездны. К тому же, они постоянно носят с собой данные о связях между душами лабиринта. Вам могут пригодиться эти данные, если я правильно понял цель вашего эксперимента, потому что каждую душу можно описать как набор этих связей. 20 билетов, а у меня как раз-таки 20-очка. О, а дальше уже каждого подметка идет. Что ж... Ну, давай, полетели. Красная комната. Жалко, что не та, которая из ивента с Ильей. Так, а, выживание здесь? Нормально. Значит, можем работать. И сразу криты сверху, привет. И чё, я так понял, ещё способность этого. Да. Еще и способность Акады тут в придачу. Так. Нормально, я забираю. Хорошо. Ой, как мне, судя по всему, сейчас будет очень тяжело справиться тут. Но я постараюсь, чё уж. Вариантов нет. Надо гнать. Ага, здесь уже другого условия у меня стоит. Отравление, отравление. Я Стива забираю, поэтому проблем нет. Перфекта будет? Нет, перфекта не будет, потому что все же яд. А, теперь ртающая броня. Интересно, какая-то раскраска у этой девы. Такое чувство, что будто это, текстурки не докрутились. Пока, в любом случае, я сейчас потихоньку справляюсь. О, хорошо. Да. Вот прям реально такое чувство. Или такой окрас. Скорее всего, окрас такой интересный. Но опять же, текстурками попахивать, ничего же более. Ага, Джаггер. И Нагината от сета безумца. Классно. Забрать. Я забираю. Хорошо. Остались еще двое. И можно теперь уже по каждому пройтись. Перфекту приветствуется снова и снова. Приятно. Так, гидра. А, сразу криты опять же привет сверху. Потому что способность Акады тут накинута на них. Да, забираю. Последний, скорее, сейчас будет, наверное, сложненький. Ведь там, наверное, сейчас будет сложный. Дева. Ну, с катаной. От Линга, судя по всему. Так. Забрать. Отлично. Все. Разобрались. Бачинский бачок от бустера бачка. И разговорчик такой для бездны будет очень интересным. Для Династа ты слишком много знаешь о бездне. Ты все-таки решил помогать нам. Я уже понял, что вы не отступитесь. Надеюсь, я смогу хотя бы немного уменьшить вред, который вы можете нанести. Все так, как и сказал этот господин. Эти девы просто боты. Они действительно хранят те данные, которые мы ищем. Чупрексу мы попробуем вызвать. И там на каждого из этих есть путь. Так, а, у меня, кстати, вместе с этим еще марафон фармится. Классно. Марафон на сдачку.
Ну там еще один марафон. Так. 2 жетона на кого-то. Давай-ка посмотрим. Кто там у нас идет? Начнем, наверное, давать с легиона. Может, что легион скажет? Ага, патриарх Дриваров. А, ну это Свен. Так, голос когтей, это у нас получается... Кто? Все, что ли, Субсимо? Наверное. Принц ледников. Возможно, скорее всего, и этот. Кто там? Галь, что ли, может быть, или кто-то еще? Ну, сейчас глянем. Принцесса пустоши. Ну, это Джун. Так, а, не прожимается. Так, либо Бола, либо Иту. Охотница за душами. Так, у меня, получается, есть, ну, 2 единицы. Получается, на кого-то нужно будет первым делом идти. А первым делом у нас идет путь сюда. Охотница за душами. Давай. Начинаем путь отсюда. О, а это у нас Мойра. Ну, давай тогда сейчас будем потихонечку. Так. Все. Ага. То есть бонус от отраченных тут все же не приветствуется для нее. Что ж, перфекто на месте. Там форма ангела будет? Да, будет. Я думаю, можно чисто от стеночки отыграть, как варенье. И спокойно победить. Вот так вот. Забираю второй раунд. Да, и сет. Все уже, как видите, дают о себе знать. Перфекто. Перфекто. Yes, перфекто. Что ж, это прекрасно. Ага, а куда мы тут торопимся прыгать? Ну да, крит, привет сверху. Вот так вот. Больно дал крит. Все, минус Мойра. Разобрались. И первая проекция. Теперь у нас в руках. Забираем. А, и диалогов нет. То есть диалоги у меня такие. А, ну тут 2 боя у нас оказывается. Еще получается кто-то у нас там еще есть. Теневые приемы не используют теневую форму. О! Скорее всего, Кицуна. Сейчас глянем. Да, Кицуна. Мне, конечно, боли немножко на сдачку, но надо выживать. Против меня не надо переть Кицуна. Так, пошли дальше. Опа-на! А я схитрожопил, просто в этот момент опошнулся. Ну да, я все равно на мину наступнулся в любом случае. Так, куда? На бросок давай. Ну да, естественно, не получилось. Тима нету, к сожалению. Надо жить. Опа-на! Но я со своей теневой забрал ее, хорошо, ладно. Great.
Хотя я сейчас чуть не того, не откис. Давай, катер, пошли. Нет, с ним не даем. Юзать на месте. Ну да. Короче, в волчанке лучше не играть. Неудобно выходит. Лучше вот здесь, по центру. В любом случае, я смогу ее забрать. Главное сейчас на осторожке здесь это отыграть. Так. Вот так вот. Ну и все. Тут, по крайней мере, я с ним просто смог ее забрать. Была бы теневая у меня до этого, я бы мог бы уже, наверное, загробочную сделать. Но нет. Но нет, но нет. Ладно. И мне 4 жетона дают за это. А диалогов никаких. Диалогов 0. Так, это меня, получается, выкидывает. Ну, меня выкидывает сюда, получается. К Свену. На остальных меня не выкидывает. А, подожди-ка. А, нет, это не сюда. Не сюда, значит, я пошел. Меня выкидывает, значит... У нас же вот такие красные жетоны. Значит, надо найти красненькие нам жетоны. А красные жетоны у нас, судя по всему, это сюда, да? Да. А вот тут мясник с рендером из арены. Классно. Не могли додуматься сделать под формат третьей части рендер мясника? Вот и я. Вот я вас и нашел. Кто это? Он не похож на проекцию? Это я тебя нашла, мясник. У меня есть к тебе дело. Какое? Не люблю, когда мяса слишком много болтает. Подходите по одному, так с поручением вас порвать. Требует 6 жетонов. О! 6 жетонов, которые как раз-таки можно отжать еще у кого-то. А это отжимаем, значит, здесь. Так, в общем-то я смог достать жетончики, ну и пошли тогда на принца, а после этого уже пойдем к мяснику, там как раз-таки у меня 6 штучек будет. Так что, все, пошли на рынок, сейчас будем разбираться, в чем дело. Ага, здорово, сянцы. Понятно, сейчас будет очень прикольно мне. Давай, пойди в безумие, ну все. А я на отходе сыграю, давай. Вот так вот. Все, забираю первый раунд. Идем дальше на второй. Потихонечку, смело, смирно. Против него самого, чтобы... Главное, чтобы меня сейчас он не долбанул покрепче. Ага, сразу же вошел это... Вояре свое. Но не, я подожду, я подожду. Я торопить коней не буду. Так, отлично. Пару ударов, и он уже в ярости. Но я, правда, не попадаю в тайминг по критам. А вариантов нет, чё уж. Да, я прям по полу не попадаю. Давай лучше не будем торопить коней. Подождем момента, когда крит будет. О, хорошо. Так. 40 секунд. Этого мне хватит. Ждем. Пока ждем. Все, второй раунд за мной. Была бы, конечно, опять же теневая. Но на следующий раунд она у меня уже будет, поэтому нормально все будет. Выкрутимся.
сразу же вошел в ярость. Ладно, ну я жду. Я ожидаю. Так. И я забираю его. Хорошо. С теневых справился без проблем. Минус сенсы. Судя по всему, кто-то там еще будет. Так что придется с кем-то еще попатиться. Верная Аврора. А, ну это Тарланыч. Тарланыч. Сейчас меня Аврора будет руинить. Как же будет неприятно. Ну давай тогда. Ага. Не регнула. Не пошла Аврора, не поехала. Опа-на. А я ушел далеко, поэтому Аврора просто мимо. Так. Все, хорошо. Летает такси Аврора и все. То есть, ну, типа ей пофиг на то, что я уже первый раунд забрал на Тарлане. Это не поможет. Потому что я забираю уже второй раунд. Окей. Последний, ластовый. Аврора тоже снова мажет. Хорошо. Опа-на. Хорошо. Рывок меня спас. Забираю. Отлично. Минус Тарлан. Ну и я получаю жетоны. Дальше ведь только путь на мясника идет. Давай-ка. 4 жетончика. И мясник идет сюда. Да, демон гнева. Опасайтесь его крюка. Что ж, пошли. Мясник у нас финальным сегодня будет. Вот и он. А, вот его и клетка. Так, крюк, уходим. Ну, видите сразу же, то, что тут клетка прям насквозь. И урон, судя по всему, не хватает. И стиль, опять же, как видите, взят как раз из Легиона. Так. Так, хорошо. Забираю первый раунд. Вот такой вот подвох. Согласитесь? Перфекту, да, на месте. Ну... Скорее всего, потому что я выкилился, поэтому имперфекто. Я так понял, да. А лучше не подходить. Хотя, даже если сейчас начнешь уходить, он тебя долбанет в любой момент. Так. Не, вот сквозь прям клетку уже. Хоп. Чтоб не мучился. Так. Не понял сейчас, я дал ему тычку или нет. Ну, собственно, я ему дал. Только вот не крит это был. Да, меня просто вышвыривает за клетку. А что, уходим за клетку? И после этого ему даем, что нужно. Ой, хорошо. Пожить. Отлично. У меня уже на следующий раунд был, сейчас будет фулл теневая. У него, кстати, очень интересный прием на тесаках. То есть, там прием такой, что он похож на прыжок, как у династов. Ну, можно будет сейчас на него потом внимательно посмотреть.
Нет. Да, то есть он делает прыжок, а где нас? А потом уже хопана. Бомбы нет. Но я за клеткой нахожусь, поэтому можно хоть так, на проломчик. У меня уже сейчас заряд древка не, даже не готовы. Нет, я сквозь клетку не пойду, потому что опасно. Я лучше через рыбочки лучше. Крюк не дотянулся. Так, все, забираю. Хорошо. Минус мясничок, ему до связи. Так, ну и мне кажется, то, тут у нас что-то это, того. Эх. Эх. Так, ну и жирненький бустер бачок падает. Ох, а мясник не такой уж непобедимый, но вид у него страшный. Бррр. Что ж, мясничок, у меня только один вопрос. Что ты сделала с Индиго? Где она? Ты же телепать, тебе достаточно куска моих мозгов, чтобы узнать все, что тебе нужно. Так подходи и забери их сама, если сможешь. Не испытывай мое. Что? Куда он делся? Я отправил его назад в лабиринт, прости, Штар. Он слишком опасен, а на эксперименты с демонами я не подписывался. Шибата, как ты мог меня предать? Нет, это ты меня обманула. И если ты не расскажешь мне, что у тебя заделалось с маньяком вроде мясника, я больше никогда не буду тебе помогать. Мне нужно побыть одной. Извините. Всё. Woman moment произошел. Забираем ключики на базу. Ну что ж, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с мясником. Честно говоря, здесь разрабы поступили очень как-то спонтанно. Взяли просто рендер из арены, перенесли его сюда, взяли тоже самого мясника, перенесли его все способности, но при этом каким-то образом умудрились слегка поломать клетку, и она совсем немножечко не та, которая как бы она есть, и это печально. Ведь могло быть и лучше, но, к сожалению, разрабы приколисты. Ничего больше не скажешь. Будь с вами прощаться, ставьте лайки, записывайтесь на канал, ставьте на видосики, ну и, конечно же, всем удачи и всем пока.